Sí. Qué bonito ладно, вот спасибо. Не на того, напал. Нет. Наконец убиваю игрока, который моего. О, хедшот. Я ему прописал. Такой хедшот. Сама все. Выкладывать видео, либо пока нет. Прочу. Вот. Нет, пока не закончится моя карта, я не выкладываю. Хотя две катки. Я хочу две катки. Вы как вам понравилось карты две катки, гайс? Всем привет, в общем, с вами. Сама, и как вам понравится? Сама. Вот. 11:57. 57? Да. Я живу рядом с площадкой. Я не очень хорошо поиграю. Зашел эту игру где-то один год назад. Ну, и наши вроде, конечно. Мы выиграем на десятку или даже на десятку. Мне уже оно убийство. Ой-ой-ой. Надо пересесть. Где-то на ту ламу, который меня убить пытается. Не ту ламу я схватила очень. Снимай нормально. Да. На меня. Немного подальше отойди. Вот так? Да. Сесть прям. Ну да. Издалека. Издалека. Немного поближе подвинься и все. Вот так, вот так. Все. Все, теперь мы навалим на мой экран. Ай-яй-яй-яй-яй. Я снял новый снобик, который вышел. Смотри. У меня два брата есть, и я из них самый младший. Я играю, вот. Ой. Вот. У меня зарядка есть. Ох. У меня опять зарядка есть. Зачем ты пережигнул нашего? То есть врага. Что ты сделал? Он тебя сейчас убьет. Представляешь? Иголка хорошая. Ой, вот он летал как-то слишком низко.
Как надо быстрее лекать свои жизни. Ну, хотя бы немного подправил, чтобы меня не убили с одного раза. Знаешь, ему как ты играешь, ну, вылетать? Знаешь, вот так? Можно я ноги снимать рукой? Да, ну да. Но если я потом прихоню, то будет. А, так. Вот и все. Вот, я все пишу, снимаю. Свет падает на телефон. Ну и что? Ой, я упал. Ух, хорошо, что это мой. Если бы я врагом упал, он бы меня уже... Да, вот он зарезал. То, что я играю не очень хорошо, как ты знаешь. Вау, вот это наш. Сама все. А бегу нет. Еще нет. Ой, сбоку меня убили. Все? Нет, еще не все. Я продлю это еще видео, хотя я в отрядах это буду играть сейчас. Все? Потому что... Ой-ой-ой, отменить надо. Что, ты хочешь тягать от тока? Нет, это не то, это танц. Да. Это танцы. Скажу, тут обновление я, вот перчатки бесконечности, режим тут на 50 одиночка, бои отрядов и непарные режимы. Вот как... Вот как я прокачиваю вот тут. Спасут. Боевом пропуске у меня пока только 9 уровень. Вот я хочу вот это вот накопить. Все, переключаемся на отряды. Но сначала я покажу на новый режим перчатки бесконечности. Да, ты за то. То есть... За танк. Да, за Танус. Танус. Какой ты Танус. Ты его путаешь в сторону. Да. Вот. Улучшенная перчатка бесконечности. Это... А, Танус, на еще он дает Танус. Вот, дополнительная атака, вот тут все. Все, Танус. Все, и мы начинаем нашу катку. Да, перчатка Тануса. И, кстати, тут добавили, что тут можно уже в лобби вещи ломать, и тебе будут приходить ресурсы. Вам, точнее. Так, Танус, что вы можете ломать, не боясь. Вот перчатки бесконечности. Как вы видите, я еду через бурю, потому что буря тут сразу. Но поэтому надо приземляться. А то буря сносит по... А если за Танус играть, не сносит. А если за Танусе, она, конечно, тоже сносит, но... Ну, у Тануса есть 300 единиц защиты и 700 жизней. Танус, хочу быть. И тут перчатка падает часто, но я ни разу не везло ее, да. Ее пока ловить. Ну, в каком я смысле говорю? Все, дальше сколько поджигать. Ай, пальцы в кадр. Поэтому играть снимать. Сейчас. Посмотри, сколько у меня заряда. Вот там. У него 17. Меньше единиц, потому что
Ну, мне надо попередить чуть-чуть все равно. Я же потом на работу пойду. Давай. На. А ты одевайся. Да, Сась, мам. Вон на две. Ну, только две. Надо аккуратно. О, опять иголка Танус играет. Вот он, Танус. Где-то вот тут, наверное, будет сейчас плавать. Или прыгать. У Тануса куча способностей. Или его уже потихоньку валят. Все, Сём? Нет еще. Ну. Ну, пойти идти в логопеду. Ну, мы заканчиваем, потому что...